Расширят дельфины, перекроют старт. В Дмитрограде взялись за модернизацию спортивных комплексов. Желающих ходить в бассейн и заниматься легкой атлетикой, футболом и другими видами спорта куда больше, чем имеющиеся на сегодняшний день помещения и площадки. Рассмотрен вопрос о выделении с областного бюджета дополнительных средств в размере 17 миллионов. И с надеждой, что будет поддержан это местным бюджетом и софинансированием. До конца года для спортивных объектов закупят необходимое оборудование. На стадионе «Старт» ремонтируют футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетические дорожки. Рабочие уже демонтировали покрытие газона и оснований футбольного поля. Установлены водоотводные лотки и дренажные модули. Федеральная национальная программа, которая у нас идет в спортном режиме, это национальный проект «Демография», четко подразумевает нам до 2024 года процент населения довести до уровня 50%. Сейчас мы находимся где-то 42-43, поэтому увеличение, модернизация вот этой нашей инфраструктуры позволит нам привлечь как можно больше горожан к активным занятиям, ну а ребят, которые у нас выступают, спортсмены, для повышения своего уровня мастерства. Еще один спортивный комплекс Дмитровграда, дворец спорта «Дельфин», планируют капитально отремонтировать и расширить в 2021 году. Ремонт будут делать в рамках государственной программы развития культуры и спорта в Ульяновской области. Общая стоимость запланированных работ составит порядка 11,5 миллионов рублей. Антон Никонов, новости Улправда ТВ.